Лучше готовить специалиста, либо искать готового. Значит, по поводу готового сразу скажу. Был у нас, поскольку мы компания консалтинговая, тоже мы ищем планировщиков, поскольку им не надо объяснять, кто такие планировщики. На рынке они стоят, ну, где-то от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Именно человек с погонами, планировщик, ну, так сказать, международного уровня. У нас был проект в Южно-Сахалинске. Мы искали там людей. 200 тысяч рублей люди получают в Южно-Сахалинске на вот этом проекте Газпромовском. Планировщик Таир в САПе. Вот 200 тысяч рублей. Поэтому вопрос искать готового или готовить своего зависит от ваших финансовых возможностей. Самый простой путь – это все-таки попытаться готовить своих людей. То есть берется бывший механик или энергетик, обучается, и из него получается некий планировщик.